Hey, yo guys, с вами Шимки, мы продолжаем Reddit.ru под названием Tiny Toons Adventures. Так, мы прошли прошлого босса, да, видите, как я говорил, сначала у нас пещера, потом там лава, вулканы. Вон, красный уже это вулкан. А я вот не помню, это, кажется, тоже убивает моментально. Не, ну здесь этих я вам покажу, конечно же. Ну, типа, нового помощника. Новый помощник у нас с вами это мышонок. Мышонок, который просто чихает. Да. Спасибо, что ты не прыгаешь. Здесь он врезается, здесь он не хочет зацепляться, а там колокольчик. Понимаете, там колокольчик. Я хочу забрать этот колокольчик. Я сейчас буду кнопку ломать просто. Во. Там есть вот этот... Есть, все. Моя миссия выполнена. Ну, здесь крысы... Летучие мыши... Ой, блин, это с ловушками. Жабы. Такие жабы в том... Жабы, которые, кажется, пуляют... Пуляют этими. Скажите, я вам скажу. Шариками. Вот, вот эти. Я никогда не мог понять, что это такое. Типа, это похоже на жабу. Но и в тот же момент он не является жабой. И это типа странно. Здесь должен быть второй проход. Вот в таком вот месте, да. Жабки. Кажется, да, это раздвоение уровня. Много... Ой. Их лучше обманывать, потом проходить. Да ёлки-палки, вы же серьёзно? Думал, там тоже что-то есть. Будет, конечно, прикольно, если здесь нету раздвоения уровня. Но по идее здесь должно быть раздвоение уровня в лево и вверх. Ой, я забыл, F5. Да, тут есть раздвоение уровня. Поэтому поехали. Спасибо. О, ну это раз с первого раза получилось. Но мне все равно будет пришлось его брать, потому что у меня... Такое же количество ХП, как и сейчас. Убиваем снова всех врагов. Собираем нужное количество нам морковок. Давай, скоро закончится. Так, сразу кольчишку берем. Я говорю, можно просто обычно уровни заходить, просто оформить себе кольчишки, если вы вдруг хотите пройти игру залпом, но у вас... так сказать, мало попыток. Ау.
Так. Ну, допустим, что у нас в пещере? Какие-то водоемы. Хотя да, у нас же... У нас же там дальше будет этот водопад. О, мышонок. Ну, давайте я врага встречу какого-то и покажу вам. Как он работает. Про Дональд Дака я еще вспомнил, да, игру. Там, где он, типа, пуляет унитазными пробками. Да ладно. Меня же сюда закинуло. Херово. Херовенько. Я не помню, а могу ли я делать подкаты, когда у меня вот такой вот проходит? Этого я сказать вам точно не могу. Вот свистим. Вот. Летит наш друг. И он просто чихает. Все, врагов нет. Они сдулись. Когда то чувство, когда ты идешь за хпшкой и в тот же момент теряешь эту хпшку. Всегда кажется, что там дальше есть что-то. Ну блин, здесь по идее много этих секретных проходов, которые именно телепортов, я имею в виду. Но я не помню, где они находятся. И вообще, находил ли я их все. Вот про обходные пути, да. Сначала все... Так, сразу. Ай, в лесу был тоже такой же телепорт, я вспомнил. Ну ладно уже. Уже ладно. Ну, я даже не знаю, что можно поговорить, когда тут почти диалогов никаких в игре нету. Но развлекать как-то нужно всех. Ой, лучше сюда вылезти. Чтобы отсюда выбраться, мне нужно, чтобы он меня плюнул. Я говорю, в меня плюнул. Спасибо. Ладно, все равно я бессмертный был. Спасибо. Спасибо. Сейчас я еще все хпшки свои потеряю. Ууу, я не увидел вначале. Я только слышал звук, да. Но что-то внимание на это не обратило. Откуда этот звук идет? Так, здесь лучше, когда он опускается, чтобы пробежать. Долго-долго мы ползем. У тебя уже одно хп. Secrets, please. Oh, thanks. Ну, знаете, хотя бы не одно хп. И то радует уже. Но я слышу шипы, да, вот они. Хоп-хоп-хоп-хоп-хоп. Ой, да еще вспомнил уровни на время. Это уровень там, где нам нужно с вами за время определенное пробежать.
Да. Блин, я хотел разогнаться здесь, вот эта акция. Оп. Оп. Yes. Окей. В принципе, все. Я только не помню, это я только с одной, да, стороны прохожу. Это еще с левой стороны прохожу. Не ошибаюсь, это я прохожу левую сторону. Найс. О, там что есть? А, это просто сделано. Криво. Так, окей. Надо не спеша, потому что у меня, как-никак, одно сердце. Готово. Идем наверх. Наверху тоже будет где-то два уровня, скорее всего, потом начнется лавовый уровень. А не, подождите, в лавовом уровне и в водяном уровне, ой, не в водяном, в пещерном уровне. Там босс, кажется, разный, или нет? Да, разный. Готово. Вы знаете, что интересно будет пройти? Игру? Ну, понятно, что это мне нужен интернет хороший. Для чего я вообще говорю, что мне нужен интернет хороший? А чтобы делать скринчик и проходить такие вот олдовские старенькие игрульки. Хотя бы я даже не сказал, что это старая игра, то есть она еще актуальна для меня лично. Пройти без получения урона. Да-да-да, всякие как Dark Souls, вот это некоторые проходят. Но у нас же не Dark Souls. У нас ведь не Dark Souls. Так, стоп, нужно возвратиться. ХП-шки, контишки. Контишка, сейчас главное все еще обратно бежать. Ну, видите, он скорость набирает, типа, и потом все нормально. Ладно, за ХП схожу. Вот это... А, это просто подъем. Ай, блин, зараза, я хотел без... Без этого подняться. Не дается. Ой, я так и сдохнуть могу. Она просто зажать может, поэтому лучше спешить. Водяной камень. Так. Жаб. Если то, что жабы вот эти пуляют, хернюхи, их можно ломать. Поэтому не все потеряно. Пол ХП. Вверх, вверх, вверх бежим. Плевать. Пока без смерти мы можем бежать. Плюс контишка. Падает, прыгает, падает, прыгает. Готово. Так, там шипы и здесь финал. Финиш. У нас с вами будет сейчас 16, да, контишек? Плюс 10 тысяч умереть. Нет. Ладно, как-то странно работает. Может, каждый 30 теперь.
Так, остался один уровень, и у нас босс. Это и есть тот уровень, который я ненавидел. Почему мне казалось, что этот уровень был прошлый? Это уровень, где нужно плавать. Вот это нужно иметь так, чтобы тебя не укусили. А подожди, это не тот еще уровень. Это просто водяной уровень пещеры. А там акулы были. Водяные ловушки. Да, это он. Ты чувствуешь, когда ты врагу вообще ударить не можешь. Ой, здесь я ненавидел проходить. Так, ну теперь хп надо. Сраные рыбы. Это рыбы, а есть акулы, которые довольно быстро отбиваются. Поэтому, если что, ребят, не путайте. Это выгоднее было. Спасибо. И это нужно пройти за один раз, то есть... Что это было? Почему? Почему оно инвизное стало? Почему оно стало инвизное? Ну, то есть инвизное, я имею в виду невидимое. Вот это было не весело. Спасибо. Пронесло. Просто пронесло. Не, у нас где-то в воде там было только одно сердечко, которое можно было забрать и все. Так, вспоминай, что здесь был за враг? Враг, кажется, был, который от стенки к стенке летает. По трубам. Кажется, он. А, это утка. Но здесь, блядь, не так уж легко теперь к этому пробраться. Именно в этот момент нужно было прыгнуть и ударить его. А если я так прыгну, ему ничего не будет. Так, два удара есть. Ауч. Моя вина. Я даже не помню... Что это за герой? Это Даки? Не вспомнить. Но он... Что это, молот? Эй, Бастер Банни, ты не ранен? Нет? Извини, я не хотел на тебя нападать. Правда? Конечно. Бастер, будь осторожен. Спасибо, Кэп. Спасибо, Кэп, за свой совет. Ладненько. Всем спасибо за просмотр, ставьте лайки, подписывайтесь на канал, комментируйте. Всем удачи и всем пока.